Компания «Биовитрум» начала 2018 год с активных шагов в развитии своей экспортной политики. «Биовитрум» принял участие в крупнейшей на Ближнем Востоке и второй по величине в мире выставке конференции «Arab Health» в Дубае. Это мероприятие стало первым этапом для успешного выхода компании на рынок здравоохранения Ближнего Востока. В этом году выставка Arab Health была самой крупной за всю свою историю. Участниками события ежегодно является официальная делегация департаментов здравоохранения стран региона. Среди посетителей выставки Arab Health 2018 были первые лица государственного аппарата Арабских Эмиратов. Наряду с национальными павильонами из 40 стран на выставке была организована самая крупная экспозиция компаний из России. Она объединила более 50 участников. Компания представила участникам ближневосточного рынка современную конкурентоспособную продукцию российского производителя в сфере лабораторной диагностики и патологической анатомии. На стенде демонстрировалась выставочная модель холодильной камеры с широким спектром опций и вариантов исполнения. Специалисты стран Ближнего Востока высоко оценили качество и функционал изделия. Они отметили возможность кастомизации производства, что отвечает высоким требованиям и индивидуальным потребностям сегодняшнего рынка. Любые модификации камер возможно реализовать за счет наличия конструкторского отдела и высокотехнологичных мощностей производства компании. Наибольший интерес вызвала демонстрация работы врача на станции вырезки гистологического материала островного типа, показывая возможности и преимуществ при одновременном использовании системы макросъемки и ПАВ. Это позволяло посетителям максимально погрузиться в специфику работы врача-патологоанатома. Станция вырезки специально разработана на производстве «Биовитрум» для работы врача и лаборанта лицом к лицу. Современные решения в конструктиве этой станции позволяют работать врачу в комфортных и здоровых условиях, отвечают всем требованиям и нормативам. Внимание участников выставки было обращено к IT-решениям компании. ИПАФ – это цифровой комплекс для макроскопического исследования операционного и секционного материала. На системе была продемонстрирована автоматическая лазерная калибровка, которая не имеет аналогов в мире. Вопросы специалистов касались функционала и возможностей обеспечения. Компания «Биовитрум» представила широкий ассортимент расходных материалов для всех этапов гистологического процесса. Особый интерес у специалистов Ближнего Востока вызвали парафиновые среды «Хистамикс» собственного производства компании, а также их разнообразие по температуре плавления. Широкая линейка реагентов и красителей поставляется в разнообразных вариантах фасовки, что крайне удобно при ежедневной практике врачей. Компания «Биовитрум» провела ряд продуктивных встреч с зарубежными коллегами, которые позволили нам получить передовой опыт мировых производителей медицинских изделий и препаратов. На стенде обсуждались специфические потребности конечного пользователя из разных стран. Обсуждались и возможности установления долгосрочного сотрудничества, а также локализации производства расходных материалов на индивидуальных условиях. Участвуя в выставочных мероприятиях такого масштаба, компания «Биовитрум» достигает основную цель – продвижение качественного российского продукта на мировой рынок.